Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам рецепт сахарной глазури для куличей. То есть у нас глазурь будет без яиц, без белка, безопасная, как я называю. То есть я уже 3 года вот украшаю свои куличи этой глазурью. Она прекрасно себя ведет, она очень хорошо держится на куличах, она не осыпается при нарезке кулича, она просто великолепна. То есть вы отрезаете кусок, у вас абсолютно нигде ничего не будет сыпаться. То есть и когда кулич стоит, то есть день-два, она остается превосходная. Ну и плюс то, что, ребята, она безопасная. Значит, нам нужно, берем в первую очередь желатин быстрорастворимый, 1 чайная ложечка. Берем 1 чайную ложечку желатина. Заливаем 2 ложечками холодной воды. И оставляем для набухания. Нам нужно немножечко вот так расколотить и оставить на столе, пускай наш желатин набухнет. Так, тем временем мы берем... Значит, нам нужна кастрюлька с толстым дном. Мы берем кастрюльку, высыпаем сюда наш стакан сахара. Нам нужно стакан сахара. И заливаем оставшиеся 4 ложечки столовой воды. То есть я выливаю сюда водичку в сахар. И ставлю на маленький такой небольшой огонь. Значит, нам нужно, чтобы у нас полностью растворился сахар. Нам не надо его кипятить, варить долго. Нам просто нужно до растворения сахара подержать его на огне. То есть недолго, абсолютно недолго. Сейчас у нас немножечко, вот так я подмешаю, чтобы, знаете, как сказать, сделать активнее это все, этот процесс быстрее. Вот, и теперь, когда, вот видите, уже сахар полностью мокрый, вот намочился водичкой, хотя всего лишь 4 ложки, как бы, столовой воды было. Но сейчас оно все растворится. Когда я увижу, что вообще нету крупинок сахара, вот это оно уже, в принципе, и готово. Итак, сиропчик закипел. Сахара вообще нет. Все полностью, сахар у нас растворился. Выключаем его. Выключаем и... Вот так помешаю немножко, для того, чтобы чуть-чуть остудить. И отправляем сюда наш желатин, который уже набух. Так. И ложечкой быстренько его размешаем. А теперь я буду взбивать миксером и в районе 5 минут. Итак, взбиваем. Взбивать нужно в районе 5 минут. Когда у нас уже вот такая жиденькая, смотрите, получается вот такая масса, но это еще она не до конца взбита, я добавляю столовую ложечку лимонного сока. Можно просто выдавить лимонный сок с лимончика. И продолжаем взбивать. Взбиваем еще в районе минуты полторы, пока масса не увеличится в объеме и не побелеет. Масса побелела, прошло 5 минут, смотрите, когда я начала взбивать. Смотрите, значит, масса побелела и оставляет вот такие бороздки, видите, от венчиков. Вот это она готова. Вот, смотрите, какая шикарная. Шикарная получается глазурь. Единственное, что, ребята, ей нужно очень быстро работать. То есть, если... Ее заранее сделать, ну, нельзя. Ее нужно вот так вот сделать и сразу покрывать куличи, потому что она очень-очень быстро засыхает.
То есть сейчас мы будем украшать. Итак, будем украшать. Да, еще вам расскажу такую свою хитрость по поводу этой глазурьки. Если вы увидели, что она у вас подсохла, вот, допустим, вы сделали двойную порцию, к примеру, да, глазури, и у вас много куличей, и вы видите, что она у вас начала немножечко, ну, как бы подсыхать, а вы или застывать в кастрюльке, а вы вот еще не успели украсить, допустим, все свои куличи, да, то вам просто надо ее будет взять, на водяную баню поставить, кастрюлька, водяная баня, поставить сверху вашу глазурь, кастрюльку, и вода кипит на водяной бане, и быстренько размешать. На водяной бане она растворяется. Я вам серьезно говорю, я уже так делала, пробовала, это работает. Итак, сейчас я украшу. Очень быстро застывает, действительно очень быстро застывает. И украшать нужно нам очень быстро. Так. Так, веточка вербы. Вот видите, смотрите, уже она вот застыла практически. Вот видите, как быстро она застывает. То есть работаем ей быстро. Так. Вот смотрите, получился какой у нас красивый кулич. Так что вот, пользуйтесь. Шикарный, просто шикарный, считаю, рецепт глазури. Она безопасная. Я вам очень-очень советую от всей души. Попробуйте, не пожалеете. Во-первых, очень вкусная глазурька. А во-вторых, ну, реально, ребята, безопасно. То есть нет сырого белка. Вот. Всем всего хорошего. До новых встреч. До нового видео. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх. Всем пока-пока.